Ну посмотри, хана не хана, вопрос денег, сколько стоит эта машина. Капот здесь у нас, естественно, снимался. Тут вот по внутрянке она пошла. Стаканы в налете. Здесь тоже все ремонтировалось по передней части. А счет взялся ремонтировать? Здесь нет усилителя. Здесь нет дополнительных ниш. Нет защиты картера, но это понятно. Лонжерон по низу загнил. Здесь то же самое по низам. Тут мы видим наплыв краски с этой стороны. Шов загнил. Здесь все загнило. Дальше покрашена вся облита сверху. Детали все с повреждениями, с какими-то. Все в шпаклевке. Пороги переварены. Вот это крыло здесь. Держи, переварено. Здесь разноцветно. Вон видно. Ну, салон понятно. Дальше. В заднюю часть у нас. Замена. Так вот покрашено. Сверху протекло, здесь загнивание. Крышка сгнила. Санек, а приоткрой. Смотри. Здесь все. Ржавка. Тут у нас. Не комментируем. Тут то же самое в крыльях. То же самое. Закрываем. По кузову нет ни единственной детали без шпаклевки. Крылья задние не бьются с пластилина. Вся тонирована, вся загнила по всем внутренним проемам. Крыша тоже перетянута пленкой. Вот здесь на крыше шпакля, спереди, справа. Сейчас проедет машина. Ну, проезжай ты давай, чайник. Здесь заметьте, металл ушел. Вот шпаклевка по передней части на крыше. Ну, у нас дверь кривая. Дальше здесь петля черная, здесь синяя. Дверь в таком же состоянии, пороги переделаны, уже говорил, пружины задние поход запилены, новые тормозилки стоят. Спереди тоже. При этом движка работает нормально. Не дымит, не коптит. Ну, собственно, что, если по технике более-менее, то почему нет? Скажи мне, продолжать смотреть или все, на этом закончим? Нет,